Таисия Повалий с песней «Сердце. Дом без любви» стала участницей концерта «Шансон года» в Кремле, сопровождал артистку ее муж и продюсер Игорь Лихута. С ним за кулисами поговорил корреспондент Дни.ру. В последнее время украинские СМИ как с цепи сорвались, какую только чушь не придумывают про Таисию Повалий, вздохнул муж певицы. Определенных артистов выбрали как мишени, методично травят. По его мнению, власти просто не могут простить украинской звезде большой любви россиян и того факта, что в 2004-м она поддержала Виктора Януковича, была в Раде от партии регионов. Чем покоряет Таисия Повалий, та ее называет подругой то Путина, то Януковича, продолжил Лихута. Но самый нелепый слух, который она спустили, будто мы бросили все на Украине и переехали жить в Россию. Это, конечно, не так. Таисия Повалий по-прежнему живет в Киеве, где у нас есть и квартира, и дом. И уезжать никуда не собирается, несмотря на то, что возможности работать там она лишена, нам не позволяет выступать в родной стране, запрещают радиостанциям выпускать в эфир наши песни даже на украинском языке. И Тая, народная артистка Украины, то и дело сталкивается с негативом в свой адрес. В Киеве живут мама Таисия и наш сын. Разумеется, уезжать и они не собираются, сыну певицы живется несладко. Он в составе трио «Нат Вуз» участвовал в 8-м сезоне шоу «Голос Краины», показал себя очень хорошо, но его все равно долбят и твердят сын Повалий», словно это преступление, заявил Лихута. Что касается московской квартиры певицы, о которой так много писали оголтелые украинские журналисты, супруг артистки назвал эти слухи чушью. «Мы уже 10 лет снимаем в Москве жилье, но собственной квартирой здесь не обладаем», — уверил Лихута. «Правда, у нас есть половина небольшого таунхауса на берегу моря в испанском городке Аликанте. К счастью, не придумывают пока, что мы туда хотим уехать навсегда».